Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Акупунктура может не все, но кое-что может особенно помочь при боли в зубах. Сегодня внимательно, пожалуйста, будьте, боли в зубах. Маляры. Название таких зубов. Анатомические сайты вам в помощь. Это задние коренные зубы. Большие задние коренные зубы. Частенько нам говорят, что проблема в этих зубах лежит, конечно же, состояние тройничного нерва. Это самый противный нерв в нашем с вами теле, либо в организме. Данная точка В14 Зюньшу расслабляется при всех проявлениях болях маляров, либо боли больших коренных зубов. Понятно, да? Боли могут быть острые, хронические, тяжелые, тупые. Ну, у каждого человека это по-своему, это очень противное состояние человека, я никому не желаю этого. К данной точке В14 Зюньшу можно добавить точку, которая расположена ниже мочки. Что при этом надо? Элементарно просто приоткрыть ротовую полость. Здесь образуется ямочка, когда мы открываем полость. Здесь вход тройничного нерва. Вот, в челюсть нашу с вами. И что нам надо? Нажатием сильным перекрыть вход тройничного нерва, поступление энергетики его в наше лицо. Помните, нашу челюсть, извиняюсь. Помните, что вы не должны злоупотреблять этой точкой, а вы можете ей воспользоваться как точкой скорой помощи для того, чтобы подъехать в стоматологический кабинет и не только. Поэтому данная информация прежде всего в помощь. Спасибо за внимание.